Итак, сюжет такой. В 9 часов вечера в прошлой серии топливно-транспортный автомобиль ЗИЛ потерпел. Попал в аварию, перевернулся на правый борт. В 10 часов это стало известно в гараже. В 22:15 отправлена техническая машина на устранение последствий аварии. Если посмотреть на карту, то здесь вот отсюда выехали, вот этот брод прошли, в гараже заправились, потом поехали, вот здесь вот прошли, в гараже заправились, поехали сюда. И, короче говоря, здесь осталось где-то 260 метров, и мы почти уже у модели 130-ки. Так, значит, никаких сложностей пока нет. Время полночь. Прям. Ничего себе урон. 118, это нормально, надо просто осторожнее. 118, это много. На месте аварийный автомобиль справа. Ага, вон он. Значит, я проеду слева, объеду его и попробую потянуть. Главное, рядышком с ним тут не упасть. Камеру с крыши удобнее гораздо.
Развернуться надо. Так, привязано достаточно коротко, поэтому я думаю, это будет иметь положительный эффект. Свет включим заодно. Попробуем чуть вперед. Ну вот. Ну вот утро. В итоге что получается? Где-то 8 часов ушло на то, чтобы... На то, чтобы устранить результат этой... досадной случайности с переворачиванием. Пересядем давайте сюда. Так, а урона, кстати, нет.
завелся. Правда, удел он в говно. Да, ну, еще бы. У него тут лежанка была. Ну, полежал, отдохнул, да. И дальше можно. Главное, еще разок не перевернуться. Да, Урал это хорошая тачка. Я, значит, решаю объехать эту дорогу, потому что по ней что-то совсем нехорошо получается, а тут вот вроде есть такая возможность. Сплошные валуны. И всем хорошо, только... Лучше по дороге, потому что тут я не заеду. И хорошее исполнение. Продумано плохо. Так. Достойная ситуация. Да. Неплохо, конечно, долбанно.
Так, сейчас нужно скатиться просто вниз. Да. В общем, надо осторожней. Требует ремонта. Капец какой-то. Что, трифт что ли устроил тут? Нет, похоже. Выбор небольшой, типа просто по дороге. По-моему, где-то надо было топливную цистерну просто сразу на тот Урал ставить, и будет, в общем, проблем. Вот это постоянно застревает, и топлива-то много особо не вытащено. Капец, просто с кабиной вообще, просто ужас. И дверь под ним. Мне нужен поворот, кажется. Тут какой-нибудь.
Ну твою мать, ну что, опять? Блин, ну как вот я так умудряюсь постоянно. Так. Нет, это только хуже будет. Так, точно перевернется. Чпок, и все. Попробую в колею забраться. Задница мимо клеи встала, а? Надо ее приподнять. Задницу-то. Вообще-то надо, да, приподнять задницу, уже что-нибудь, я не знаю, поделать активное, но, блин, суббота. О, сел. Наконец-то клюв сел. Ребятка, это хорошо. Так, и что теперь делать с этой клеей? Ехать по ней.
Светофора-то нету, блин, конечно. Как же здесь без светофора-то? Мне налево. Хотя прямо есть точка разведки. Но до этого прямо еще добраться. Попробую налево и там ходить. Так, точка разведки уже в пределах видимости. Можно было по-другому бы их кнуть, но тут надо медленно, чтобы эти глазуны не причиняли урон, не наносили, чтобы... Кстати, почти прибыл к пиворане. Топливо надо доставить на пиворану. Тут все это 61 метр. А, вон она. Почему падают листья с хвойных деревьев? Ну, знакомьтесь. Заливаем 292 литра. Еще 108 литров, но это неплохо. Так. На разведку, что ли, сгонять? Ой.
Здесь есть моделька. Некая моделька есть, которую можно было бы... Так. Ремонтная. Она должна быть ремонтная. Так, значит, бортовую платформу, так, сцепку удалить, да, и в итоге, так, бортовая платформа, это для леса, ну, в принципе, да, хотя мне бы для ремонта что-нибудь, так, это тоже большой такой лесовоз. Нет, это топливо, гаражные очки, сцепка, ремонтная часть. Вот это хорошо, 800 ремонтных очков. Нет, вот этот от 800 ремонтных очков. И надо на разведку. Так, разведка будет обеспечиваться следующим образом. По проторенному маршруту. А потом по не очень проторенному. И вот сюда. Всего 250 метров. Не очень сложно. Это не очень хороший маршрут, я его помню. Он сопряжен с некоторыми трудностями в преодолении. Так, а эта часть дороги частично завалена. Ну ладно, не страшно.
пора лебедить. Лебедить. Понятно. Это еще что такое? Так, топлива у него нет. И урон тоже не слабый. А топлива вообще практически нет. 32 литра это один чих. Но... Отремонтировать, допустим, его можно. Но тут недалеко до гаража, прям буквально вот он гараж-то. На 32 литра, не знаю, хватит этого...
пользоваться для габаритных штук.